В этом году Русская Православная Церковь отмечает 700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, основателя Троицкого монастыря. В честь этой знаменательной даты в жилом комплексе Суханово парк был выстроен храм-часовня, названный именем святого Сергия. В минувшую среду состоялась церемония освящения церкви. Своими впечатлениями от увиденного поделилась Юлия Погосян. На берегу Сухановского пруда в таком живописном месте расположился храм, который для местных прихожан обещает стать любимым местом. Начиная еще с момента открытия храма, когда его настоятель, отец Владимир, проводил здесь воскресные службы, сюда приходило много местных жителей. А после великого освящения, которое провел благочинный церквевидновского округа протоиерей Михаил Егоров, начался отчет церковной жизни этого начинающего, но уже востребованного прихода. Пройдет год, может быть, чуть больше или чуть меньше. И люди, которые будут заселять этот жилой комплекс, конечно же, они совсем не будут вмещаться сюда. И как мы надеемся, что это просто будет некое такое начало церковной общины. И в дальнейшем, если будет востребованность у людей, то где-то здесь, недалеко, может быть, начнется уже строительство полноценного храма, который бы вмещал в себя всех тех людей, которые уже будут жить на этом месте. Строительство храма-часовни во имя преподобного Сергия Радонежского началось достаточно недавно, в 2013 году. Возвели его благодаря усилиям попечителей и строителей жилого комплекса Суханово парк, собственно, на территории которого и располагается церковь. В день великого освящения здесь состоялась божественная литургия, после которой прихожане могли причаститься. Очень приятно, что вот здесь, вот у нас в округе, нет храма преподобному Сергию. Это, можно сказать, один из первых храмов. Поэтому мы очень рады, что такой храм теперь у нас здесь будет. Последние годы в Ленинском районе появляется все больше новых приходов. И этот храм-часовня должен занять достойное место в их списке. Юлия Погосян, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ.